Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, есть ли смысл делать отдельную категорию, если уже есть схожая с ней категория на сайте, ну и она фактически будет дублем, но при этом есть под нее группа ключей. Валерий Епифанцев спрашивает, есть кластер с ключами, но на сайте бессмысленно делать под него категорию или тег, так как по смыслу такая категория уже есть. Ну и вопрос, если зарядить в Яндекс.Директ, будет ли по ним продвигаться, и ну, делать ли категорию, и с этой категорией потом ставить перенаправление. Ну, здесь такие три подвопроса, на все три постараюсь ответить. Первое, делать ли отдельную категорию. Смотрите, вам нужно сделать кластеризацию и посмотреть, совместимы ли эти группы ключей друг с другом. То есть, если группы ключей, которые у вас уже направлены и нормально ранжируются в этой существующей категории, если они совместимы с той группой, которую вы хотите кинуть на новую категорию, то вы не делаете новую, вы приплюсуете ее туда и все. То есть пристыкуете эту группу ключей к той, если совместимы с точки зрения кластеризации. Если несовместимы, то есть если общих документов по этим запросам мало, то посмотрите, раскрывает ли, ну, можете ли вы раскрыть на отдельной страничке какую-то большую тему. Ну, например, у вас есть категория про холодильники, а группа ключей несовместимая с этими, которые просто про холодильники, например, про холодильники какой-нибудь Bosch. И понятно, что вы можете сделать дочернюю категорию по холодильникам Bosch. Если у вас в ассортименте есть достаточно холодильников этого бренда, то абсолютно делайте нормальную дочернюю категорию, и, в общем, есть смысл сделать такую категорию, если под нее есть спрос, и если под нее есть ассортимент у вас. Если же или спроса, или ассортимента нет, то вы эту группу ключей вообще отбрасываете и пока ее никуда на сайте не добавляете. Но единственное, что можете таким по вторичному такому принципу немножко добавить на вышестоящую категорию. Ну, то есть не в тайтл, не в ваш один нигде не добавляете, а просто где-то в текстике, между прочим, ключи эти добавляете, смотрите, вдруг зайдет. Второй вопрос. Если зарядить в директ, будут ли продвигаться по запросам? Нет, не будут. Есть отдельное видео про директ, и там механика совсем другая. То есть не так, что по каким запросам вы кинули в директ, по этим же запросам выйдет туда все хорошо. Стоит ли подождать, пока проиндексируются категории, передиректить, перенаправить ее на похожую по смыслу, а с сайта ее как бы скрыть, но чтобы она формально оставалась перенаправляющая? Есть такая теория, что вот такая пристыковка ниже стоящих страничек к вышестоящей дает бонус вышестоящей. У нас были косвенные подтверждения, что это срабатывало, но на уровне экспериментов это, ну, не могу сказать, что это вот именно так, и оно стабильно работает. Поэтому, если у вас появились такие категории, ну, и были у вас на сайте, но потом их пришлось замочить, ну, например, у вас перестало быть достаточно ассортимента для того, чтобы держать категорию, или вы по каким-то другим причинам решили ее замочить, то лучшее, что вы можете сделать, это подклеить к вышестоящей категории, к чуть более общей. И, ну, есть ненулевые шансы, что эта вышестоящая категория улучшит свои позиции по вот этим запросам, которые были на дочерней. Но, опять же, это на уровне таких разовых наблюдений, и ни о какой глобальной стратегии здесь речи не идет, поэтому в порядке эксперимента можете попробовать. Но ресурсы я бы на это не тратил, чтобы сделать отдельную категорию, дождаться, пока проиндексируется, потом ее подклеивать. Вряд ли. Мы это не используем в своей базовой стратегии, то есть слишком хлипкая теория. Вот, пожалуй, все, на все три вопроса ответил. Подписывайтесь на канал, пишите ваши вопросы в комментариях, приходите на мастер-класс, ссылка в описании.